Что называется, навеяло. В последнее время, смотрю, на Ютубе стали публиковать рецепты яичницы. Ну, я тоже решил выложить свой, который обычно готовлю перед походом в лес. Очень калорийный, или как сказать, белковый, и хватает мне практически до вечера. Мясо, яйца, лук и помидоры. Обычно я мясо обжариваю накануне, помидорами с луком, а потом уже добавляю только яичницу. Соли вообще не кладу. Ну, процесс прошел. В принципе, я обычно себе такую яичницу делаю по утрам, когда готовлюсь. Да, когда завтракаю. Но обычно меньше количество мяса. Мясо я обычно кладу, или так правильно сказать, именно перед походом, чтобы не беспокоить себя с перекусами. Реально хватает очень надолго. Немножко его потушим. Ну, в принципе, она готовится, ну, минут 20. Максимум, это свинина, это не говядина. Я обычно все это делаю на сильном огне. Не знаю, потом немножко подбиваю. Он считает моих заготовок. Если я на кухне, ой, на балконе принес еще. Мясо жарится. Туда можно добавлять все что угодно. И потом и изделия, и сыр на любителя. То я смотрю, почему стало так распространено яичницу. Показывается, кто готовит. Добавляю лук. Вода уже выпарилась. Там из мяса видно. Потом пока выпаривается. Немножко пожарится, добавлю помидор. Немножко потушится, сейчас я прикрою крышку. Я сегодня собираюсь на велосипеде покататься, поэтому мне нужна такая белковая еда. Что зачем? Уже долго есть не хотеть. Чтобы не проголодаться. Можно я сейчас с собой что-нибудь взять? Так, вот теперь помидоры и тушим. Тушу. В принципе, вот это вот все не обязательно. Когда я перед работой это делаю, я помидоры и лук не добавляю. Это так. Для вкуса на выходных. По утрам некогда. Утром встаю. Такая же это обжарю. Сколько времени пойдет. Ну, мясо там быстро жарится. Там проблем. Ну, вообще, практически готово, немного сыра. И яйца разбиваем. Я обычно 2 яйца, можно 3, если без яйца. И получается больше не яичница, а мясо. С 2 яйцами. Но это очень питательно. И вот на этом моменте я выключаю плиту. Экономим электричество. И оно дойдет. Даже электроплита. Выключил, накрыл крышкой. Вот такие у меня обычно завтраки перед походом в лес. Ну не только в лес. В принципе. В велосипеде как раз. Вот такой вот вариант мой вариант яичницы. Опять повторяюсь. Решил снять, потому что где много всяких вариантов яичницы, решил. И мне захотелось снять свой вариант. И с нашими ценами, когда у нас мясо дешевле, ну, дешевле овощей и фруктов, по-моему, это самый оптимальный, самый дешевый вариант. У меня были видео, где месяц жил на 3500, мне это удалось. Вот, и я вроде тоже там такой готовил, не помню. Все, теперь вот поем и могу спокойно ехать. Часов 5-6, спокойно кататься. Без перекусов.